Действие духа – это торсионное поле. Торсионное поле – это энергия, которая меняет структуру окружающего мира. Изменение структуры окружающего мира – это и есть взаимодействие с этим окружающим миром. Все процессы, связанные со всеми действиями всех тел, поддерживающие или инициирующие душой, через любой элемент реальности можно передавать информацию. Эта информация оказывает воздействие на объект, которое она адресована. Информация является и импульс управления. Его можно передать через технологию управления, а можно дополнительно воспользоваться элементами реальности. Предпочтение отдается природным объектам, растениям, минералам. Форма, мыслеформа, способ восприятия и формирования информации, характерная для человека. Используя любую технологию управления, мы прибегаем к формированию управляющей информации нашей сознания. А наше сознание работает мыслеформами. Болезни можно представить в виде геометрической формы, выбранного цвета. Весь свойства, которыми обладает заболевание, могут быть перемещены в эту сферу, а саму форму можно отправить подальше, постепенно превратив ее точку, которая исчезает в отдалении. Несчастный случай можно ответить, если представить себе, что в это время пострадавший пил с вами чай. Третье. Придать объекту человеку нужное качество, которое делало бы его более гармоничным. При недостатках опорно-двигательного аппарата можно придать человеку прекрасного качества танцора. Четвертое. Убрать причину негатива, травмы не было, если бы не было гололеда. Любой метод управления, исцеления, воскрешения можно и нужно создать пространство вокруг человека управления, в котором сам объект будет реализовать управление. Все, что от нас требуется, это дать импульс, намерение и не мешать или помогать Творцу. Реализировать воздействие – это есть действие со Творцев. Нужно объяснить себе, что спасение мира, управление, гармонизация, исцеление – это моя личная задача. Я сам себе его поставил и сам себе решу.